yaptık. Kalan lahanalarını kıydım. Benim turşum vardı. O da turşu suyu. Это вода из туршу. И сейчас вот оставшиеся такие твердые части капусты мама закладывает сюда, в эту туршу, в этот рассол. Также чесночок. Сарымсак. Лахановымызы басыёрыз. Так, прижимаем капусту, чтобы она погрузилась вся в сироп. Бу бир тане, бир бардак туз. Вот yani, бу качки килограмм, да? 2 килограмм кавоноза, 4 кашик. Veya böyle bir на 1 литр, бу 2 кило, 2 литра, дамеки, да? 2 литра. На 2 литра получается пол стакана соли. Но соль вот такая. Шум гёстерим, о, я не кючук дейль. Turşu için, değil turşu mi? Turşu için. Bayşağı kuruk mesela. Bunun ben yarısını koyuyorum. Evet, şimdi. Benim suyum olduğu için. Так, у нас готовый рассол, поэтому мама буквально половинку добавляет. Также лимонную кислоту. Лимон тузу. Ярым. Bütün olursa bir tane. Да, на 2 литра целую такую чайную ложку лимонной соли, лимонной кислоты. Göstereyim. Önce bir yemek kaşığı ama ben yarım yapacağım için yarım koyuyorum. На 2 литра столовую ложку сахара. Bunda da pancar var. İsterseniz böyle pancar da koyabilirsiniz. Здесь у меня есть свекла красная. Хотите, можете добавить красной свеклы и будет вот такого красивого цвета. Посмотрите. Точно так же все готовим, только просто добавляем свеклу. И свекла очень вкусная, вот серьезно. И цвет, смотрите, какой. Кроме свеклы, конечно, тут капуста, можно морковку, что угодно. И будет вот такого красивенного цвета. Обязательно полный рецепт, обязательно сниму и вам все подробно расскажу. Потому что буду сама делать скоро. И на 2 литра банку мама добавляет половину банки уксус и половину банки воды. Уксус у нас, девочки, домашний, сами делаем, поэтому, ну, как бы не переживайте, это немного уксуса, потому что он даже, можно сказать, полезный. Вот, ну и, естественно, что он домашний, это большая разница. На любое туршу турецкое пол банки уксуса, пол банки воды. Капатырус, качкюн, меселя, нормальде. Лана туршу бирапта да енер. Если из капусты делать вот такое туршу, то через неделю уже можно кушать. Башка бишей салаталык меселя хавуч дага. Если будете делать с огурцом и с перцем, то тогда где-то около месяца должно постоять, пропитаться, напитаться. И будет вот такая турецкая вкуснятина. Насчет уксуса, серьезно, делайте дома сами. Потому что это просто, и это куда полезнее, нежели. Нормально yapıyor olsak, mesela şimdi benim yarım turşu olduğu için, üzerine maydanoz, dereotu. Если делаете свежую туршу, то есть не так, как мама, то здесь сверху можно положить петрушку, укропчик, веточку, также мяту свежую. Все понемножку вот так красиво сюда положить, и аромат, и вкус тоже придается. Ну, вот так. И этот тоже аромат петрушки тоже будет в туршу. Эльне салы. Чуры и наномас. Там сиялочек, мусы, кочек, мама, сиялочек. Да, и еще можно фиолетовую морковку тоже. Очень классно получается цвет. Тамам, тещи куридерей. Афетосу.